конце марта этого года Верховный суд вынес определение о том, что теперь, чтобы установить кондиционер, нужно разрешение всех жителей дома. Давайте узнаем, какие аргументы они могут сказать против у жителей Казани. Какие аргументы скажет ваш сосед, чтобы вы не ставили кондиционер? Никакие. Не имеет права. Абсолютно. Это средство индивидуального комфорта, кондиционер. Поэтому я считаю, что сосед тут никаким образом не влияет. Шумный, капает на подоконник, как минимум, и все. А куда устанавливать? Я что-то вообще не пойму. Он устанавливает себе, мы устанавливаем себе. В чем проблема-то? Ну, то, что может быть шумно ему будет казаться. Или капать будет внизу там, на голову ему, когда он будет ходить будет с подъезда. Максимум, что может быть. А вы что думаете? Он может боится, что он простудится. Как? Ну, через стенку может, кондиционер сильный какой-нибудь. Может. Всякое. Или просто завидовать будет, что у него есть кондиционер, а у него нет. Их не будет. Он нужен всем, я думаю, кондиционер. Нет такого проблемы, которую нельзя было бы решить полюбовно. За любовью будущее. Вот если будет мешаться соседям, да, смотря какие соседи еще, вот. Все зависит, да. Если дружишь с соседями, то нормально, типа, будешь заботиться об их комфорте. А вот если соседи не заботятся о твоем комфорте, то и я не буду о их комфорте заботиться. Будьте вот добрее. Да. Что он гудит, капает, и вы будете сверлить и мешать его детям спать. Что это такое? Мы поставили кондиционеры. Не спрашивали. Никого не спрашивали. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Это был соцвопрос с Лией Гизатовой, Алия Кульбарисова. Всем пока.